Гомельский «Локомотив» прервал неудачную серию в первой лиге чемпионата страны по футболу. В минувшие выходные состоялось полесское дерби, в котором железнодорожники переиграли жидковичский «ЮАЗ». Счет в матче был открыт на 14-й минуте, отличился Козловский. Под занавес первого тайма зрители в течение минуты увидели два взятия ворот. Сначала голом отметился Шрейтер, который ранее выступал за «Локомотив», однако сразу же Марков вновь вывел хозяев вперед. По истечению часа игры гомельчанам удалось упрочить свое преимущество. На этот раз результативный удар на счету Лавренчука. Для игрока матч стал юбилейным – 250-м в первой лиге. «Локомотив» побеждает и сохраняет за собой седьмую строчку в турнирной таблице. Нам эта победа нужна была в первую очередь в плане психологии. Было три неудачных игры, скажем так, по результату. Сегодня выиграли, молодцы, ребят. А по игре, опять же, мы сами себе придумываем неприятности на ровном месте. И реализация моментов. Ну, в принципе, ребятам я доволен сегодня. Установку они выполнили. Самое главное, опять же, повторюсь, что мы выиграли. Поздравляю соперника с заслуженной победой. Лично я недоволен игрой своих ребят, ничего не получалось, поэтому игра безобразная, заслуженная победа «Локомотива».